Что, все? Слушай, у них подъезды такие вообще странные, посмотри. Так огромные у них подъезды. Посмотри. Я даже не знаю, смотри, здесь лестница идет. Ну, как бы понятно, нормально все, лестница идет. Здесь идет лифт, притом, смотри, интересно, лифт какой. Сейчас нет кнопки. Лифт такой выглядит по-старенькому. Сейчас посмотрим. Как красиво. Сейчас посмотрим. Как купаться за. Просто смотри, какая территория большая у этого. Огромный такой подъезд. Сейчас хочу узнать, как лифт. Ну ничего, лифт нормальный. Ну нормально такой, но старинный. Да, да, такой. Интересно. Здесь вообще все как-то своеобразно, интересно. Друзья, находимся мы на Мальте. Первый день. Сейчас выходим. Как бы прогуляться, скажем так, выходим. Вот. Изучаем. А это что у них? Это ящики, что ли, почтовые, нет? Да. С той стороны. Посмотри, как. Ага. Вот здесь вот почта. Да. Очень интересно у них ящики. Такие я не видел. Ключом сам открывает. Угу. А с той стороны закинуть. Своеобразные. Самое интересное, о, еще дальше продолжение подъезда. А, видишь, здесь заходишь, здесь они закидывают письмо почтальон, и в подъезд они заходят. Самое интересное. Это то, что тут надо свет выключать в подъезде. Вот так вот раз. В смысле выключать? Ну смотри, я включил свет, но у меня автоматически не выключается, если я должна выключить его. А, то есть сам не выключается? Нет. Ага. Это супер дядя. Очень интересно здесь. Так, и самое интересное, что дождь у нас пошел. Я уже забыл, когда последний раз дождь видел. На Канарских островах вообще дождя не было. Да, кроме одного раза, когда там ливень, град, когда желтое предупреждение было, и все Канарские острова просто находились в шокирующем этом положении. Так, и капает. Да. Интересно. Вот тебе и жара. Интересно. Вот тебе загар. Да. Такие вот. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Такой вот. Такие вот Мальта. Мальта такая у нас. Мальта. Это город у нас называется. Сан-Джулианс называется этот город. Он здесь тоже, видишь, такие подъезды. Все нормально. Подъезды мне у них нравятся. Вот. Но этот дом старый сам по себе. Угу. Потому что у него квартира какая старая. Она уже как сталинская, типа такого. Вот. Да, какой-то старье. Мальтийская, сталинка. Не по-островитянски, да? Не по-островитянски, да. Такие дома, как будто в каком-то большом городе, в каком-то отшибе. Угу. Такое ощущение. Угу. Обычно. Не на острове, а в стране. Например, в какой-нибудь Рубине. Ну да. Сейчас мы взглянем вообще, как тут все выглядит. Центр у нас, скорее всего, мы правильно идем в сторону центра. Очень давно дождь я не видел. И все-таки приятно, когда дождь идет. Ой, есть свой плюс в этом. Свое очарование в этом имеется. У меня новая камера, друзья. Я ее накрываю кепкой. Не хочу раньше времени ее загробить, хотя бы полгода, чтобы она поработала, было бы желательно. Вот я уже там каких-то высоких этих не говорю, высоких сроках, полгода минимум, если поработает. Предыдущая Panasonic очень хорошо поработала, много выдержала. Потом Sony всего лишь несколько месяцев проработал, и вот сейчас вот эта третья камера за это путешествие. Надеюсь, что не сломается. Поэтому я ее прикрываю кипончиком, чтобы дождь не накапал. Вот. Не хочу ее пока
давлению такому сильному воздействовать. Здесь надо просто завтра уже посмотреть другие места, другие города. О, ветер. Так, друзья, я выключаюсь, а то это дело так не пойдет. Смотрите Анзор ТВ. Калифорнии, находимся на Мальте.